Как выяснилось, недовольство перевозчиков тянется уже год. Прошлой зимой 35 предпринимателей обратились в антимонопольную службу с жалобой, что мэрия необъективно распределяет маршруты. Антимонопольщики предписали организаторам торгов пересмотреть заявки перевозчиков. Администрация города предписание выполнила, но не полностью. Позже еще выяснилось, что положение проведения перевозок и вовсе противоречит нормам закона о защите конкуренции. Администрации предписали изменить положение о конкурсе выбора перевозчиков. И оно пока только разрабатывается. Именно этот еще не принятый проект и вызвал гнев автобусников, закончившийся внеплановой забастовкой. Это крайне неправильно, и это должно караться. Соответственно, если вы так делаете, то в следующий раз при участии в торгах вы должны получать меньшее количество баллов. И мы будем только за то, чтобы такой критерий по снижению количества баллов за некачественное выполнение работ в обязательном порядке был учтен. И мы направим соответствующее обращение в Совет депутатов для того, чтобы подобного мероприятия не повторилось.